Весь подъезд знает долгожительницу Марию Тихонову, которая каждый день часами сидит на этой лавке. Жители подъезда говорят, что только тут 91-летняя бабушка может вдоволь поесть. По словам пенсионерки, дома ей запрещают даже войти на кухню. Есть у нас бабушка, ветеран Великой Отечественной войны. Мы всем подъездом ее подкармливаем. Даем поесть, и она ест, как последний раз. Ей даже открыть холодильник запрещают. В семье явно не все в порядке. Она боится все и всего. Да и как-то я выглянула. Она, смотрю, у нее коробочка сока и булочка. Как оказалось, бабушка и вовсе не ветеран войны. В 40-е годы работала дояркой в селе Старая Суртайка. Осенью 91-летняя бабушка туда уехала, никого не предупредив. На автобусе, на такси или автостопом – неизвестно. Сегодня ее дочь Зинаида Анатольевна приехала с дачи. Бабушка же говорит соседям, что их дача сгорела. Возможно, историю о голоде она тоже придумала. Я когда хочу, тогда ем. И сколько? Я сама хожу на низ, хожу в магазин, хожу в киоск. Зачем врать-то? Так подозрения неравнодушных соседей превратились в огласку на весь город. Новость мгновенно разлетелась по соцсетям. Но только семье известно, что на самом деле происходит в стенах их квартиры. В таком возрасте отклонение какое-то. Вот, грубить стала. Я говорю, ты что, мам, она у меня одна. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.